Запорожские хлебопеки требуют опровержения. Местных производителей главного продукта питания возмущает неправдивая, по их мнению, информация о качестве хлеба, которая появилась в ряде СМИ. За поддержкой решили обратиться к областной власти. Теперь разбираться в вопросе будет спецкомиссия. Комиссию возглавил Александр Дудко, заместитель главы области. В ее состав вошли специалисты из обладминистрации, а также представители хлебопекарных предприятий. Это первое заседание комиссии, которое будет работать над обращением ряда производителей области. Агросервис 2000, запорожских хлебокомбинатов номер 1, 3 и 5 и Ореховского хлебокомбината. Первым делом зачитывают само обращение. Пагубная пропаганда запорожских товаров приводит к дискредитации запорожского хлеба. Просим вас помочь защитить нас от живых нападок средств массовой информации и дать нам спокойно заниматься своим делом. Ну, раз люди звернулися, мы, звичайно, повинні розглянути і надати відповідь на всі ці звернення. І не тільки голові обласної державної адміністрації, а, звичайно, в першу чергу тим людям, які працюють на цих підприємствах. Сроки данной комиссии на то, чтобы разобраться, до 1 августа. До 7 августа комиссия должна подготовить проект ответа на обращение предприятий. На первой встрече с членами комиссии Александр Дудко отметил, что сейчас проблем ни с выпечкой хлеба, ни с ценообразованием нет. Как нет и причин переживать за покупаемость продукта, произведенного в области. Наш хлеб пользуется спросом.